В этом видео я хочу вам показать несколько продуктов, которые я заказала. Кстати, они очень хорошо подойдут для Нового года и также для подарка. Первый продукт, который в данный момент вы видите, это украшение, которое сейчас присутствует на моей шее. Очень элегантное, красивое и подойдет к новогоднему наряду. Но к нему мы еще вернемся позднее. Я хочу рассказать вам о том, что не только женщина нуждается в подарках, но и мужчина. И первый продукт, который я хочу показать, будет касаться для мужчин. Итак, перейдем к мужской категории. Перед вами туалетная вода для мужчин. В этом аромате есть теплый дымчатый аромат, представленный бархатистым звучанием древесного аккорда в обрамлении нот дубового мха. Глубина и насыщенность аромата подчеркнуты пряным звучанием мускатного шалфея и перца. Когда вы брызгаете его на участки тела, да, он отдает таким сладким ароматом, но потом он раскрывается постепенно. Возможно, у каждого человека имеет своя категория передавания ароматов. Дело в том, что мы все разные. И кожа у нас тоже разная, и каждый аромат, передаваемый, допустим, который мы хотим получить, он раскрывается по-своему. Поэтому у каждого человека, возможно, этот аромат будет раскрываться по-разному. Первое впечатление, которое рассказал мне муж об этом аромате, ему очень понравилось. Тем, что он сначала сладкий, а потом слышны нотки вот такого древесного действительно аромата. В общем, он сказал то, что необычный запах, и он ему понравился. Так что критика не будет услышана о том, то, что аромат не понравился. Нет, аромат очень понравился моему супругу. Так что подарок, который я, допустим, подготовила предновогодний, он одобрил. Следующий продукт, он уже пойдет из уходовой косметики. Это средство для того, чтобы снять макияж. Я его уже попробовала. Первое, что могу сказать, то, что я ношу линзы. И для меня очень важно выбрать средство для снятия макияжа, потому что у меня глазки очень чувствительные. Не каждое средство может подойти ко мне. Итак, это средство мне подошло. Перед тем, как смывать макияж, я, естественно, снимаю линзы. Не вздумайте никогда смывать макияж в линзах, если вы их носите. Лучше снимите их и положите специальный раствор. А потом вы можете уже снимать макияж вот этим средством. И сейчас я вам продемонстрирую, конечно, на себе сейчас я не буду демонстрировать, я покажу вам отдельные элементы с разными косметическими продуктами, с помощью него мы будем снимать их. Итак, я хотела вам сейчас продемонстрировать, как снимается средство, косметику. Берем жидкий лайнер для рисования стрелок. Очень понравилось мне это средство, не вызвало никакой аллергической реакции, никакого раздражения, глаза у меня не чесались, не краснели, так что очень хорошее средство, мне оно очень понравилось. Дальше хочу вам показать подвеску, которую показывала в начале видео, называется это «Первое свидание», и немножко давайте расскажу об этой подвеске. Длина цепочки 45 сантиметров, длина дополнительной цепочки 5 сантиметров, материал сплав недрагоценных металлов стекло и материал покрытия гальваническое покрытие под золото. Очень красивая подвеска, мне она очень понравилась. В
следующее украшение, которое я хочу вам показать, это подвеска на цепочках, жемчужина нежность. Количество цепочек 6 штук, длина цепочек 40 сантиметров, длина дополнительной цепочки 5 сантиметров. Размер подвески 1 сантиметр. Материал сплав недрагоценных металлов речной жемчуг. Цвет жемчуга белый. Материал покрытия гальваническое покрытие серебро. Очень красивая подвеска, мне она тоже очень понравилась. Сейчас я покажу вам ее поближе. Все продукты, которые я хотела вам показать, я показала. Спасибо всем за просмотр, спасибо вам всем за комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пообсуждаем. И до новых встреч! И главное, не забывайте про то, что вы дарите подарки на Новый год самые полезные.